Ну, братан, расскажи, как ты его увидел, встретил? Лег в лёжку. Так, так, ну-ну. Насвал. Думал, что-то сазан, не сазан, блядь. А он, смотрю, в толще воды идет на меня. С глубины на мель. Так, а ты чё? А чё я? Смотреть, что ли, буду? Ну-ну. Алло, братан. Ну чё, я выдвигаюсь. Ну чё, в общем, я туда подъезжаю, да? Здравствуйте, 92 на 500. Алло, братан, ну чё, я на месте. А ты где? Ну давай, я жду, тут вообще ништяк, прозрак радует. Давай, брат. Я был готов умереть! Здорово, братан! Как дела? Я уже думал, все, наша команда потеряла братана. Наша команда непобедима и бессмертна. Да. А что ты там махал-то? Что там махал-то, все равно не видно тебя. Бомжи ныряют зимой в трех палках, вернее, летом. Вот, братан, я тебе хотел подарить. У тебя же день рождения было. Выбирай, братан, тебе какой. Колхозный вариант. Какой колхозный? Бухнет Кукан. Ты чё, это самый то. Спасибо, братан. От души до душевной. Ты чё, знаешь какой? Самый то, самовцы, блядь, братан. Для тебя от души. Сегодня у нас опять новшество. Миха со своим 85-м. Миха, покажи, продемонстрируй свое ружье. Вот мое ружье. Супер таймень, 85. Супер-пупер. Рыба держись, называется. Миха планирует брать из него толстолобу сегодня. На 75 метров длины. Жесточайшим образом. Со снайперским прицелом. Ну, посмотрим. Вот, вот, ребята. Таймень не подведет. Завидуйте мне, господа. Белой завистью. Я владелец вот опасной заряжалки. Обычный тройник. 20-й. Ну, у нас сегодня бич стайл. Бич стайл, да. Колхозный вариант. Берется, все спокойно заряжается. Все должно быть, так сказать, по стилю. Карась, карась, карась. А вон. Вон эта стая прям пошла. Смотри-ка, что. Сейчас мы тут обрыбимся. Че, какой план-то, братан? Погнали, там разберемся. Как обычно. Thank you.
Тихо. 6800. Ну, братан, расскажи, как ты его увидел, встретил? Лег в лёжку. Так, так, ну-ну. На свал. Думал, что-то сазан, не сазан, блядь. А он, смотрю, в толще воды идет на меня. С глубины на мель. Так, а ты чё? А чё я? Смотреть, что ли, буду? Ну-ну, смотрел. Взял и лупанул в него. Попал. Четко таймень не подвел. Четко по центру. Вот что значит, да? Да. 85-е ружье. С какого рывки? Примерно расстояния? Метра 3,5, наверное. 4, под 4 метра. Ну, отлично, что, поздравляем Миху с амурами. Бахва, вперед! Понятно?